Добрый день, с вами магазин Бурунте, который находится в селе Софийская Борщаговка по улице Малая Кольцева 4Б на окружной дороге. И сейчас мы с вами посмотрим обзор на межкомнатные двери львовской фабрики «Двери Брама». Значит, у них есть вообще два типа покрытий. Это шпанированные и ламинированные двери. У нас на экспозиции присутствуют только ламинированные двери с пленкой Экоцел и Евродорс. Значит, это пленка полипропиленовая с очень хорошими влагостойкими свойствами и очень она устойчива к механическим повреждениям. Хотел бы начать с отличительной черты дверей Брама. Это так званые двери с четвертью. Вот обратите внимание, что данная четверть, значит, идет с нахлестом на сам наличник. А вот данная конструкция вам также дает дополнительную шумоизоляцию. Конкурентным преимуществом дверей Брама является их комплект, в который входит помимо коробки наличников и полотна также вот такие вот врезные петли, две сверху и одна снизу. Также в комплект входит механизм. Хотел бы сакцентироваться также на коробке. Значит, в 95% случаев мы продаем регулируемую коробку с шагом в 2 сантиметра. Значит, как видите, она имеет контур уплотнения, естественно. А вот первый ее шаг, так сказать, это 8-10 сантиметров вашей толщины стены. И доходит он аж до 30 сантиметров. А вот, значит, в данном случае мы видим модель 1946Е. В цвете дуб натуральной пленки Экоцел с регулируемой коробкой на толщину стены 8-10 сантиметров. Значит, этот комплект стоит 4593 гривны. А вот, в него не входит, грубо говоря, только ручка, которую вы также можете приобрести у нас. Также хотел сакцентироваться на складской программе дверей Брама. Значит, в данном случае 1931Е модель в цвете ясень альпийский. А вот она есть по складу. На складскую программу у нас скидка 15% на полотно. И комплект вот данной модели стоит 4280 гривен со скидкой. Значит, давайте я покажу вам еще одну модель. А вот 1950. Вот она здесь у нас. А вот видите, в классическом стиле. В цвете белый гладкий. Также с 15% скидкой на полотно она стоит комплект 5741 гривну. Вот. Давайте посчитаем, что вам данные двери Брама обойдутся под ключ. А вот. Опять же, возвращаемся к модели 1946Е. А вот она у нас стоит, значит, без ручки 4593. Давайте добавим туда обычную ручку за 350 гривен. Значит, плюс рекомендуем перед вообще покупкой дверей сделать профессиональный замер. Он у нас стоит от 250 гривен. Также посчитаем сюда доставку, которая вам будет необходима, и монтаж данной двери. Значит, доставка по Киеву 300-400 гривен. А вот монтаж одного такого дверного блока 900 гривен. Значит, под ключ полностью дверной блок с услугами у нас будет стоить 6393 гривны.